Неподтвержденное портфолио у эксперта. Есть вторая итерация этого случая, когда вы приходите к эксперту, у него есть нет ни канала, ни отзывов, ничего, а есть люди, которые, ну, я, есть я. И я говорю, друзья мои, я консультировал уральских пельменей. Вот продюсер уральских пельменей, и вот консультация, и вот отзыв от него. Но если есть видеоотзыв, то это понятно. А когда люди говорят, вот ко мне приходят люди, вы что, он же делал канал для Газпрома. Я говорю, откуда вы знаете? Ну, условно, да, как это, компания вымышленна. У него на сайте стоит. Я говорю, так я могу на сайте сказать все угодно, то есть я личный менеджер ту канала Путина. Ничего, что у Путина канала нет, но зато у меня на сайте есть. Поймите, что вот чуть-чуть вот вам, когда пускают пыль в глаза, помните эту сисястую женщину у фокусника? Вот это для отвлечения внимания. То есть вам показывают портфолио, которое надо проверить. Потому что потом вы доверяете в руки человека свой канал, свой бизнес, свое время, свои нервные клетки, не проверив его портфолио. В интернете это сделать очень просто. Попросите отзывы, попросите там видеоотзывы, это все будет нормально.